еще звук, как там, что? Ну, мне показалось, что ГДР надо даже погромче чуть-чуть
считает своим подонком. Но я сначала хотел рассказать, кто такие подонки. Подонки – это люди, уважающие свободу. Ну и, собственно, деятели контркультуры. Если вы еще поэтому пока не знаете, то, надеюсь, эта вещь вам о чем-нибудь расскажет. В частности, от подонков. Веселиться. We'll be right back.
будет завращать глазами, но я это делать не стану. Переходим к следующей. Угроза 21 веку довольно-таки актуальная и новая вещь, никто о ней пока не слышал. И это, в принципе, можно было читать только в интернете на сайте Udav.com. Туда все. Быстро! Бегом! Thank you.
будущее. Будет спасибо. Инструментальное напрочь. Инструментальная вещь, в общем-то, я думаю, что она очень красивая. Надеюсь, вам она тоже понравится. Thank you.
шампунь от перхоти, что я хотел сказать. А следующая вещь, может быть, кто-то уже знает. Велосипед спортивная, она такая. Это вам не пульс собачий, нет? Рок-н-ролл, по сути дела. Давай, давай. Вот автор этой вещи, ритм секции, вот Ситянский, вот, вот посмотрите, вот он придумал ритм секции. Конечно, играй! Иван Ситянский.
мы возвращаемся к старому, новые вещи кончились с Анашой. Let's go.
заканчиваем. Приглашаем группу «Контрбэнд». Маневрируешь. Все. Дима! Я думаю, дальше делать уже не стоит. Это неправильно.